несколько слов о вашей собачьей жизни. Идиотизм полный. Очень холодно. У меня башка мокрая. Сейчас простужу. Ну, книжка... Предсказуемо. То есть ты всем рекомендуешь? Скажи автора, название, Лена. Я всем рекомендую почитать вот это вот. Автор названия не будет. Я рекламу не снимаю. Ты такая непродвинутая тёлка, да? Я непродвинутая тёлка. Вообще, кто сказал, что я тёлка? Вокал, сейчас он тебя обидел. Ну, рыжий тёлочь мой. Всё, я обиделась. Это наша охрана. Это наша охрана. Мам, папа, я, мы дружная семья. Смотрите, какой Игорь Лесночёчек, смотрите. Это уже эксклюзив. Да. А это еще, уже не для съемок. А еще он играет на гитаре и поет песню Розенбаума. Знаете, как поет? За деньги. Да, за очень большие. Он вообще круче, чем вообще звезды на них. Позор. Я говорю, да ладно, так все здорово. Я говорю, хорошо, вы не слышите. Это позор. Все, поем на английском. Сейчас можно уже... Свен, блядь, мультитреки сделать. Да, репетировать. Сейчас, дай минуточку. Давай, да. Не, ну это просто, ладно, для телевидения, может, они уберут этот фанер. Но для зала все поймут, что это просто фанер. На самом деле, меня бесит то, что польские люди попросили, чтобы мы спели на русском языке, я зажила с маму. Так как у нас нет даже мультитреков, они просто нас испарили всей жизни. Там просто конкретные такие фанерные вставки, когда нам по 15 лет, там, мне нужна она! И мы такие, знаешь, живые, выросли, блин, поем другие песни, и мы их просто просили. Главное, уже другим голосом, что самое интересное. Мы их попросили, сейчас полпесни поем так, а потом получается, что полпесни 15-летним голосом. Ну, это якобы было их условие, чтобы моя зашла с ума, спели на русском, но в итоге голос как 60 лет. Скажи ей, значит, чтобы она вот здесь можно типа что-то этапит. Такого вот такого прям начеса. Здесь такие. То есть можно что-нибудь сделать, такое прям вот конкретно неровное, агрессивное какое-то такое. Чтобы вот не было вот ровно, только так. Я куплю себе леггинсы. Буду ходить на сцену в леггинсах. Да, я спать. Пойдем, все, пойдем. Все, давай еще выходим, господа. Thank you.
Оля, еще один раз, да, репетиция? Выходит сейчас все три песни. All three songs, right? Кидай прям на пол и все. Не надо ничего помогать, просто на пол прям кинь в сторону и все. Все, у меня шесть, у меня четверка, у меня пять, шесть. У тебя пять с половиной. Погнали, мы готовы. Но это все будет на три без паузы вообще.